Доброго времени суток, друзья! Вы на канале HardReset.info. Перед нами устройство Samsung Galaxy A10, и в этом видеоролике мы вам покажем, как поменять дату и время на данном устройстве. Все делается в настройках. И в настройках мы листаем вниз до пункта «Общие настройки». Нажимаем на него. Дальше видим здесь дата и время. Мы ее здесь можем поменять. Во-первых, мы можем включить автоопределение времени. Тогда наш телефон будет автоматически менять время в зависимости от того, в какой сети вы находитесь. Тогда время на вашем телефоне будет меняться всегда само по себе. Даже если вы переезжаете, к примеру, в другую страну, то у вас время автоматически установится другое. Мы можем здесь отключить этот пункт и установить дату, а также время вручную. Таким образом, поставить, какую только захотите, не знаю, можете здесь установить какой-то 2007 год, и ничего страшного, все хорошо работает. Но я себе верну, конечно же, автоопределение времени, хотя давайте оставим как есть, почему нет. На этом будем заканчивать. Больше видеороликов о данном устройстве ищите у нас на канале. У нас есть распаковка этого телефона, разные тесты на нем, фишки и так дальше. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, и всего хорошего. Пока.